Мен өз баяндамамды еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өнеркәсібін дамытуға әсер ететін негізгі факторлардың талдауынан бастағым келеді. Я хотел бы начать свой доклад с анализа основных факторов, влияющих на развитие перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан. В отличие от производства сельхозпродукции, индустрия переработки испытывает в своем развитии гораздо больше вызовов. Прежде всего, это связано с узостью нашего внутреннего рынка и естественным стремлением других стран приобретать на внешних рынках сырье для его последующей самостоятельной переработки и продажи уже готовой продукции. В этой связи в последнее время наблюдается усиление конкуренции на рынке продовольственных товаров, что особенно начало проявляться после вступления Казахстана в таможенный союз, который упростил движение сырья и товаров между странами-участниками таможенного союза. При этом, пока остальные страны так или иначе ограждены таможенными квотами и пошлинами таможенного союза, однако предстоящее вступление в ВТО упростит также движение товаров и для этих стран. Результаты укрупненного анализа ценообразования на территории стран таможенного союза показывают, что продукты сельхозпереработки наших партнеров уже на входе в Казахстан имеют ряд преимуществ, которые основаны на следующих объективных и субъективных факторах. Первое – это природно-климатические условия. Так, если в Казахстане среднегодовая норма осадков в основных наших зерносеющих областях составляет около 300 мм, то у наших партнеров это в 2-3 раза больше. По плодородности почв похожая ситуация. Если у нас средний балл бонитета равен 37, то в России и Беларуси почти в 2 раза больше средние показатели. В результате, например, урожайность кукурузы на силос в Беларуси составляет около 250 центнеров гектара, то у нас этот показатель равен 112 центнерам. Как следствие, все это приводит к низкой стоимости сырья растениеводческой продукции и кормов, которые, в свою очередь, формируют низкую себестоимость мяса и молока и другой животноводческой продукции в странах таможенного союза. Так, например, белорусские молзаводы покупают молоко у своих совхозов в среднем за 2,8 тысяч белорусских рублей за литр, это в переводе 57 тенге примерно. Мясокомбинаты покупают мясо КРС в убойном весе в среднем за 804 тенге за килограмм. У нас эти цены достигают до 90 тенге за литр молока и 960 тенге за килограмм мяса. Второй фактор – это неравные объемы государственной поддержки. Объем государственной поддержки к валовому объему произведенной продукции в Беларуси равен 18%, в России равен около 8%, тогда в Казахстане около 4%. При этом, согласно договоренности стран-участниц, уровень господдержки не должен превышать 10%. Все это существенно отражается на себестоимости и качестве производимой продукции за счет разницы в технологическом оснащении и уровне поддержки. Здесь также надо отметить, что система государственного управления, форма собственности и механизмы, например, Беларуси, позволяет административными методами устанавливать закупочные цены на сырье для перерабатывающих предприятий. Это существенно создает преимущество для продвижения сельхозпродукции этой страны. Третье – это концентрированность рынка и масштабность производства. Как известно, емкости рынка, например, России и Казахстана имеют существенное отличие. Высокая концентрация прямо отражается на масштабности имеющихся производств. Те большие предприятия, которые у нас были в период Союза, после сужения рынка, например, Симпалатинский мясокомбинат, который снабжал всю советскую армию, например, конечно же, претерпел огромные проблемы, и эти предприятия, по сути, были сокращены и закрыты. И четвертое – это низкий уровень протекционизма отечественной продукции и либеральность по отношению к импортным товарам. В отличие от других стран, надо признать, что в Казахстане слабо ведется контроль за соблюдением технических регламентов, выявляется скрытый демпинг, и, как следствие, процветающая недобросовестная и несправедливая конкуренция приводит к значительному удешевлению товаров из других стран и существенным образом отражается на развитии собственной перерабатывающей промышленности. Вот основные предпосылки текущего состояния, из которых вытекают основные задачи, решения которых требует отрасль. По природно-климатическим условиям, естественно, это никак не изменить,
Но это означает, что мы должны выработать свои подходы для создания конкурентоспособной продукции. Например, выращивать наиболее неприхотливые, но в то же время питательные виды и сорта кормовых культур. В животноводстве, например, по молочному скотоводству не заниматься повальной гальштинизацией, высокая генетика, которая требует высокоинтенсивных кормов и интенсивного содержания. Мы должны идти своим путем, используя огромные пастбища и дешевые корма природные, которые у нас имеются, применяя при этом, например, красностепную, алатауские и другие приспособленные породы коров, которые по общему удою, может, дают меньше, но по себестоимости будут более конкурентоспособны той продукции, которая приходит из-за рубежа. В части объема государственной поддержки необходимо его увеличивать до объема наших партнеров в рамках программы «Агробизнес 2020». Эта работа уже запланирована, и к 2020 году за счет увеличения объема в физическом объеме в 4,5 раза объема субсидий, этот уровень по отношению к валовой продукции достигнет примерно 8%. По масштабности производства, учитывая интеграционные процессы, те же процессы, которые сейчас как бы нам идут первоначальным, как будто бы во вред, но на самом деле они будут нам в пользу. Увеличение рынка, возможность доступа к рынку, где имеется 170 миллионов человек, это остается всего лишь вопрос времени, и правильная государственная политика наряду с увеличением государственной поддержки со временем улучшит ситуацию. По слабой защите отечественного рынка необходимо усиление технических регламентов, контроля за их соблюдением, борьбы с демпингом и так далее. Утвержден комплексный план, содержащий в том числе меры по решению указанных проблем, и в ближайшее время он будет вынесен на утверждение правительства. Все вот эти решения, они заложены в основу мастер-плана, который разработан в рамках программы «Агробизнес 2020», мастер-план по развитию перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции. Переработка сельхозпродукции – это 5% республиканского объема промышленного производства и 16% обрабатывающей промышленности страны. Это данные за 2012 год. По данным агентства статистики, в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности количество действующих предприятий составляет 1370, из них около 60 являются крупными и находятся на особом мониторинге. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает зерноперерабатывающая отрасль, молочная отрасль, хлеба и хлебобулочная, мясоперерабатывающая, плодово-овощная, масложировая, который составляет основу переработки сельхозпродукции. В целом объем производства продуктов переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности в 2012 году составил порядка 830 миллиардов тенге или 5,5 миллиардов долларов. При этом импортировано продукции на сумму 3 миллиарда долларов и экспортировано на сумму 1,1 миллиард долларов. Таким образом, доля производства в общем потреблении составляет порядка 60%. Остальные 40% завозятся из-за границы. В 2013 году отмечается положительная тенденция в товарообороте в рамках таможенного союза. Так, если в 2010-2011 году у нас импорт со странами таможенного союза вырос на примерно 14-40%, а экспорт рос всего лишь на 4-7%, то в 2012 году у нас импорт вырос всего на 2,5%, а экспорт уже вырос на 25,8%. В 2013 году за 7 месяцев, по итогам 7 месяцев, эта динамика даже не только сохраняется, но и увеличивается. Экспорт за 7 месяцев вырос на 72%. Если рассматривать их структуру потребления, то по всем основным видам продуктов переработки сельхозпродукции доля отечественного производства составляет в основном более 80%. Исключение составляет вот следующие отрасли. Откройте слайд следующий, пожалуйста. Плодово-овощные консервы менее 10%, сахар 39%, сыры и творог 46%, колбасные изделия 57%, масло сливочное 64%, мясо растительные консервы 68%, доля импорта которых во внутреннем потреблении остается высокой. Учитывая все вышеизложенное, главной целью развития перерабатывающей промышленности является снижение себестоимости производства и повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынке.
При этом государство должно создать лишь условия для развития перерабатывающих производств. То есть надо поднять их на такой уровень, чтобы в дальнейшем и без поддержки государства это были самодостаточные и конкурентоспособные предприятия. Для достижения этих целей нужно решить вот эти вопросы, которые связаны с сырьем, с технологическим перевооружением и решением вопросов сбыта. Учитывая, что направление и перечень продукции, направления переработки очень широкие, проанализировав разные факторы, мы предлагаем определить следующие приоритетные направления, исходя из трех факторов. Первое – наличие перспектив развития на внутреннем рынке, то есть там, где доля импорта высока, и там, где мы можем сами производить, значит, определить это приоритетом. Например, доля импорта в производстве сахара 61%, или сыра и творога 55%. При этом все это можно производить в Казахстане. Второй фактор – это наличие перспектив развития на внешних рынках, то есть возможности увеличивать экспорт. Например, это изделия из муки, такие как макароны, кондитерские изделия, растительное масло. И третье – это наличие дешевого и качественного сырья, а также перспектив для его производства. Это переработка шкур, шерсти, товарного молока и ряд других позиций. Исходя из этого, выработано 7 направлений, которые здесь на слайде. Это переработка молока и производство молочной продукции, переработка мяса, производство мясных изделий, переработка плодов, овощей, масложировых продуктов, макаронных изделий, круп и изделий из глубокой переработки зерна, производство сахара, первичная переработка шкур и шерсти. На примере вот переработки молока я хотел бы показать, как устроен мастер-план. Основной целью переработки молока это является вытеснение импорта, и задача по увеличению объема экспорта не преследуется. Согласно статистике, в стране произведено 4,8 миллиона тонн молока, из которых 85% произведено в ЛПХ. При этом доля переработки от общего объема производства составляет 35%. Объем экспорта составляет всего лишь 22 тысячи тонн, объем импорта 903 тысячи тонн. Доля отечественного производства на внутреннем потреблении составляет 65% и присутствует 35% импорта. Проведенный анализ показывает, что развитие отрасли препятствует ряд проблем, такие как низкое качество молока в ЛПХ и в целом структурные проблемы в животноводстве, то, что около 70% крупнорогатого скота находится в собственности личных подворий. Недостаток молока сырья и высокая стоимость его из-за удельного веса в производстве крестьянских хозяйств и ЛПХ. Высокая доля морально и физически изношенного оборудования, нехватка оборотных средств. Как мы собираемся решать каждую из указанных проблем? Проблему низкого качества молока и территориальной удаленности ЛПХ планируется решить путем оказания государственной поддержки для организации пунктов приема молока. До 2020 года планируется создать 212 пунктов, а также приобретение 400 крупных молоковозов для сбора молока. Учитывая, что такое большое количество скота находится в личных подворьях, игнорировать молоко этого сегмента, конечно, было бы неправильно. Но, конечно же, основной упор делается на создание производства сырьевой базы стабильной на профессиональной основе путем как увеличения количества высокоинтенсивных ферм, так и создания мини-молочно-товарных ферм семейного типа. Это количество таких ферм планируется до 2020 года 2000. Это вытекает из мастер-плана по молочному скотоводству. При этом здесь не планируется завоз никакого скота. Работа в основном будет на базе местного скота через улучшение ее генетики путем искусственного осеменения. Для этого запланированы соответствующие как инвестиционные субсидии, так и субсидирование ставки лизинга и субсидирование процентной ставки кредитов по оборотным средствам. Кроме того, для увеличения поставок отечественного сырья и снижения стоимости молока сырья запланировано субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья.
Для этого в отраслевой программе «Агробизнес 2020» предусмотрен механизм, который предлагает субсидирование разницы между ценой, по которой производители могут выгодно продать молочное сырье, и ценой, по которой переработчики могут выгодно купить его. На сегодняшний день сегодня есть этот разрыв. Если покупать по цене, которая сложилась по себестоимости у наших производителей молока, то изделия переработанные, они являются неконкурентоспособными. Чтобы этот разрыв сократить, вот предлагаются временные вот такие субсидии. На реализацию данной программы из республиканского бюджета предусмотрено выделение 44 миллиарда тенге до 2020 года. Указанные меры к 2020 году обеспечат увеличение производства сухого молока с 2000 до 5000 тонн, сыра с 6500 до 10000 тонн, сливочного масла с 13000 до 28000 тонн. Решение проблем изношенного оборудования, а также нехватки оборотных средств у перерабатывающих предприятий будет решаться путем инвест-субсидирования модернизации оборудования в размере 30% от вложенных инвестиций, субсидирование ставки вознаграждения по лизингу оборудования, полученному по модернизации предприятия, а также по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств в размере 7%. Указанные меры к 2020 году обеспечат увеличение переработки молока на 1,3 миллиона тонн, что по нашим прогнозам позволит сократить долю импорта молочных продуктов во внутреннем потреблении с 35 до 7% к 2020 году, или с 903 тысячи тонн до 182 тысяч тонн. Всего на эти цели предусмотрено 62,2 миллиарда тенге до 2020 года. Эти деньги заложены в программе «Агробизнес 2020». Прежде чем вкратце рассказать об индикативных показателях других направлений переработки, я хотел бы остановиться на общих проблемах по всем другим, которые касаются и других проблем. Это проблем сбыта, препятствующих сбыту отечественной продукции. На сегодняшний день многие предприятия при всей парадоксальной ситуации, когда у нас присутствует импорт, и мы вынуждены завозить продукцию из-за рубежа, некоторые предприятия сталкиваются с проблемой сбыта своей продукции. Мы видим, есть проблема в области налогообложения. Например, молоко, которое находится в личных подворьях, не доходит до предприятий переработки из-за проблемы первого НДС. Предприятия, которые являются переработчиками молока, они являются плательщиками НДС, сдатчики молока, которые производят молоко в крестьянских хозяйствах и личных подворьях, они являются неплательщиками НДС. Компания, которая, бизнес небольшой, который занялся бы скупкой этого молока и продажей предприятиям, которые перерабатывали бы, они бы, по сути, облагались бы не налогом на добавленную стоимость, учитывая, что у него в зачете никакого НДС нет, а по сути этот налог превращается в налог с оборота. Исходя из этого, есть разные варианты решения этого, как освобождение этих предприятий от уплаты НДС, либо же в целом снизить ставку НДС по отрасли. Такие уже были решения. Второе – это обеспечение тарой и упаковкой. В структуре себестоимости продукции перерабатывающей промышленности эта статья затрат доходит до 30%. Но у нас в Казахстане, несмотря на то, что мы производим достаточно много продукции, как молочных, так и других, и соков, консервов, но у нас нет ни одного предприятия, которое производит тару и упаковку. Все это завозится из-за рубежа и, естественно, сказывается на себестоимости. Мы хотели бы, чтобы этот мастер-план гармонично дальше продолжался в других программах отраслевых министерств, как Министерство индустрии. Без этого развить переработающую промышленность невозможно. Третье – это борьба с фальсифицированной продукцией. Мы уже не раз эту тему поднимали, когда сплошь и рядом продукция фальсифицируется, она обогащается водой, там, солями другими, и все это стоит на прилавке спокойно, никто с этим не борется. Соответствующие структуры у нас в стране есть, они наделены необходимыми функциями, но есть проблемы недостаточности штата, их лаборатории, и мы хотели бы, чтобы эти органы достаточно активно работали бы, и иначе бы нашим производителям даже не то, что выходить за рубеж, но внутри страны сложнее сбывать свою продукцию. Четвертое – защита рынка от скрытого демпинга. Особенно в летнее время там, по мясу птицы, по яйцу, по яичному порошку –
сплошь и рядом производители других стран в гораздо ниже своей себестоимости продают, учитывая сезонность этого товара. При этом никак наши государственные органы не реагируют. Процедуры борьбы с демпингом очень сложны, и необходимо их упрощать. Так и в том, мы предлагаем обеспечить размещение госсоцзаказа среди общественных объединений и бизнес-ассоциаций, которые могли бы выступать защитниками прав и интересов предпринимателей как в государственных органах Казахстана, так и в зарубежных странах. Пятое. Содействие увеличению продаж отечественной продукции. Это развитие торгово-логистических центров, рынков, увеличение доли казахстанского содержания. Законодательство о госзакупках, мы вот не раз говорим, есть пробел, который позволяет не казахстанскую продукцию сбывать нашим государственным учреждениям. Когда в других странах, не стесняясь, прямо по постановлению правительства, это запрещено и делают специальные регламенты, когда, например, амбунирование вооруженной силы России можно производить не только от производителей России, но и от всех составляющих этого изделия, чтобы были шерсть, материал, все произведено было в России. Такие поправки бы существенно бы облегчили развитие переработки. И пропаганда отечественной продукции путем создания телевизионных программ, демонстрирующих преимущества отечественной продукции, разъясняющих свойства, потребительские свойства, они бы, конечно, придали бы более конкурентоспособность. То есть разъяснение разницы между пастеризованным и стерилизованным молоком, как, например. Но вот это все общие проблемы. Остальные, по остальным направлениям, вот вы можете, можно слайды пролистать, они у вас в раздаточных материалах. Есть какие показатели мы запланировали достигнуть, и все это отражено детально в мастер-плане, как в показателях производства, так и в потребности в деньгах и необходимых мероприятиях. Просьба поддержать.